Девушка по имени Анна очень любила делать селфи. Она делала их везде, включая туалет, выкладывая затем в сеть. В один прекрасный момент Анне и ее подруге пришла в голову мысль сделать селфи, круче которого только яйца. Где сделать такое селфи? Конечно же, на крыше поезда. Анна забралась на вагон и подняла ногу над головой, чтобы фото было еще более оригинальным. К сожалению, тело человека хороший проводник, а поезд оказался электровозом. Короче, нога девушки послужила проводником для разряда тока в 27 тысяч вольт. Девушка умерла в больнице. Сама любительница селфи была родом из Польши, но жила в Испании. Она пришла на мост Пуэнте-де-Триана, это южная Испания, и решила здесь сделать селфи. При этом селфи она захотела сделать непременно ночью. Сильвия перелезла через перила и стала на выступ моста, придерживаясь одной рукой за перила. В итоге ноги девушки соскользнули с выступа, и она упала с 4 метров на бетон. К сожалению, никакие попытки врачей спасти девушку не увенчались успехом. Девушка, живущая в ЮАР, познакомилась через интернет с парнем из Великобритании. Они долго переписывались, и девушка решила встретиться со своим молодым человеком. В итоге парень вылетел в ЮАР, и молодые люди познакомились вживую. Целый день они гуляли, и уже в конце дня решили забраться на одну из достопримечательностей Йоханнесбурга. Это холм высотой в 1807 метров. После того парень и девушка решили сделать селфи на закате. Здесь тоже все пошло не так. Холлоуэй очень близко подошла к обрыву. Пока парень устанавливал фотоаппарат, стоя к ней спиной, девушка сорвалась с холма и упала с 15-метровой высоты. К сожалению, Холлоуэй умерла, врачам ничего не удалось сделать. Байкер из Пуэрто-Рико, которому очень нравились скорость и мотоциклы, решил сделать селфи, находясь на дороге. Да, он решил сделать селфи, одной рукой держась за руль, а другой удерживая смартфон. Естественно, такие фокусы не прощают зачастую даже автомобиль, а мотоцикл и подавно. Руль вывернулся, и Рамон полетел вместе с мотоциклом на встречную полосу, где все закончилось очень печально. Девушка, которой должно было исполниться 18 лет через месяц, тоже любила селфи. Она жила в Питере и решила забраться на один из наиболее известных железнодорожных мостов в Северной Пальмире. Путь на мост прошел без всяких проблем. С собой Ксения взяла фотоаппарат, на который смогла заработать летом. К сожалению, уже наверху она не удержалась, а высота составляла 10 метров. Девушка схватилась за электрокабели, и тут же ее поразил разряд 1500 вольт. Такое напряжение несовместимо с жизнью в большинстве случаев. К сожалению, Ксения погибла.